И сегодня доллар пробил планку в 150 рублей. О, поднимаемся с колен. Это же хорошо. Ну, с одной стороны, да. Вот у меня, например, есть 100 долларов. Стой. Откуда у тебя 100 долларов? Ты что, их где-то украл? Я серьезно, сейчас ты ведешь меня туда, где ты их взял, и мы заберем остальное. Не будь дураком, следи за ситуацией с рублем на обещание.ру. Теперь ты понял, что к чему? Ну да, все не так уж и плохо. Я даже не буду ломать тебе пальцы. Ты же шутишь? Да, буду. Обещание.ру, ссылка в описании.